В ювелирном доме Эстет в седьмой раз прошла уникальная неделя моды Эстет Fashion Week, сезон весна-лето 2014. Каждый день недели моды тематический. Тема четвертого дня – меховая и вечерняя мода. Именно ей посвящен круглый стол, который организовал журнал Melon Rich. Собственно, выбор меха – это колоссальная сложная задача. Эксперты в области меховой индустрии, ведущие стилисты, дизайнеры и звезды обсудили, что диктует современная меховая мода, в каких случаях мех уместен для выхода в свет, какие ошибки совершают женщины, подбирая вечерний наряд, а также множество тонкостей искусства выглядеть стильно. Есть масса профессиональных стилистов. Мы ведь не лечим сами себе зубы, например. Мне очень понравилось мероприятие. Я считаю, что оно прошло очень дружелюбно, очень интересно. И действительно, каждому из спикеров, которые присутствовали, было что сказать, поделиться своим опытом, поделиться какими-то своими мыслями. Но для этого круглый стол и проводится. Для меня дорого выглядит, это выглядит в первую очередь грамотно. Что в моем понимании грамотно? Это когда без надуманности излишком. Дорого – это хороший материал, натуральный. Это грамотные, не трендовые, наверное, правильно, а актуальные в этом сезоне цвета. Выглядит дорого, на самом деле это вести себя дорого. Это вести себя как леди в случае с женщиной. И вести себя как джентльмен в случае с мужчиной. Наверное, выглядит не смешно. То есть красиво сочетающиеся вещи. То есть когда по одежде не можешь понять, сколько это стоит. После круглого стола на подиуме Эстет Fashion Week состоялся показ модных дефиле, посвященных теме меховой и вечерней моды, который также осветил журнал Melon Rich.